Заплати налоги и спи спокойно. Отделение пенсионного фонда по Ненецкому округу подвело итоги всероссийского конкурса «Лучший страхователь». Из 1000 работодателей, которые осуществляют свою деятельность на территории округа, выбраны 8 победителей. «Лучший страхователь» – ежегодный всероссийский конкурс пенсионного фонда. Его участники – предприятия и учреждения, которые уплачивают страховые взносы в бюджет фонда. Вовремя и в полном объеме – таковы критерии конкурсного отбора. К тому же в системе обязательного пенсионного страхования должны быть задействованы все сотрудники. «Наши страхователи, я имею в виду, в нашем округе, в Ненецком округе, стали более ответственными. Если раньше, вот когда мы подводили, начинали подводить эти итоги, то у нас получалось то, что было совсем немного тех страхователей, с которых мы должны были выбрать из лучших самых лучших». Из 1000 работодателей конкурсная комиссия выбрала 8 номинантов. В категории предприятий с численностью сотрудников от 100 до 500 человек победило акционерное общество «Поморнефтегаз Геофизика». Среди компаний с численностью до 100 человек 5 победителей. Ненецкий окружной союз потребительских обществ, компания «Тарасофт», сельхозкооператив «Победа», Ненецкая телерадиовещательная компания и акционерное общество «Ненецкая лизинговая компания». Чем больше сотрудников организации, тем сложнее, скажем так. То есть все зависит от кадров, которыми укомплектована та или иная организация. То есть я очень рад, что у нас в коллективе такие замечательные сотрудники. Среди индивидуальных предпринимателей отмечены два работодателя – Алексей Волков и Алексей Тарасов. Все победители получили дипломы окружного отделения пенсионного фонда. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».